Там стальки собираемся, стальки. Кошмар. Ничего вообще. Ух ты, ёбану, блядь. Ой. Вот чуть-чуть бы ты сейчас проехал. Ой. По-моему, это рекорд, да? Ну да, сейчас лопанет. Есть. Левиафан – это история библейского Иова в российских реалиях, рассказывающая о противостоянии человека и государства. Еще одна новость. В Канаде 8 человек стали обладателями выигрышного лотерейного... Сука, блядь!
просто интересно. Да, ну неловко было бы его обидеть или забить, как-то ошибившись. А, да? Твою мать, блядь! На, блядь, кино. Ну ты посигналь. Нахуя ему сигналить было, блядь? На, блядь. Оп. Всё. Хули их, блядь. Долбоёбов, блядь. Твою мать, блядь! Чё там? Пиздец, сука!